Вот такое необычное представление устроили в конном клубе в преддверии Дня города. На него пригласили детей из семей участников СВО. Мы, конечно, всегда думаем, чем можно удивить и разнообразить разными мероприятиями наше население. И вот у нас возникла такая идея в администрации совместно с женским движением сделать такую хорошее, доброе, познавательное мероприятие для детей, участников СВО. И мы их сегодня пригласили для того, чтобы они, во-первых, узнали, что такое конный клуб существует в Копейске, посмотрели изнутри, познакомились. На мероприятие пригласили детей в возрасте от 6 до 12 лет. Для них подготовили большую программу. Началась она с того, что ребятам дали возможность самим попробовать покататься на лошадях верхом. Мне очень интересно. Я давно мечтала заниматься конным спортом. И мне очень понравилось кататься на лошадях. Мне очень нравится. Лошади очень интересные. Это классно. Я уже прокаталась на Чарли и на гномике. Понравилось? Да, очень понравилось. Дети не только катались на лошадях, но и сами кормили их с рук морковкой. Также ребята могли познакомиться с другими жителями конного клуба. Я думаю, что действительно сегодня ребята надолго запомнят, потому что масса впечатлений, и я вижу не только для детей, но и для родителей. Вот. Но животные всегда вызывают такую, наверное, доброту, да, волну доброты, понимания. И я думаю, каждый ребенок, который здесь побывает, оставит кучу приятных впечатлений. Ну, я хочу сказать, что животные, они настолько... настолько нейтральны, настолько готовы подарить свою любовь детям, поэтому мы готовы делиться с этой любовью детьми. Дальше гости посмотрели выступление воспитанниц конного клуба. Девушки показали профессиональный конкурс, а также прыжки через барьеры с разной высотой. После этого Андрей Михайлович наградил детей сладкими призами. Ребятки полные сил и энергии побежали на эстафету с собачками. Каждый из них пробегал определенную эстафету и получал приз в виде медальки. В конце праздника для гостей провели экскурсию по конному клубу. В дальнейшем планируется сделать подобные мероприятия регулярными. Обязательно проведем такое же мероприятие для детей с ограниченными возможностями. Будем продолжать также работу и с детьми, которые участники СВО, родители. Все будет работать в том же направлении. Праздник для детей-инвалидов планируют провести 28 августа. Также в разработке находится программа мероприятия для более старших ребят.